мысль, она приходит и уходит. Ощущение, которое находится в каждом теле, оно также приходит и уходит. Остается только тот, кто пользуется и мыслями, и этими ощущениями. И если твое внимание не будет уделять энергии этой мысли, то она уйдет. Как только пришла эта мысль, которая еще и дарит тебе какие-то негативные эмоции, и ты смотришь и канифолишь эту мысль, и еще подбадриваешь теми же негативными эмоциями, ты будешь жить с этой мыслью столько, сколько тебе нужно, сколько следует, и мучиться, и не мучиться, и бла-бла-бла. Не направляя внимания на что-то, не уделяя этому ничего, не давая этому своей энергии, это уйдет. Она как облачко, она уплывет. Поэтому и нужно ловить себя на этих моментах, где ты неосознан. Ты думаешь, ух ты, ёшкин кот, целый час сейчас ковырялся вот в этой каше. Вот зачем вообще я об этом думаю? Зачем себе накручиваю? Вот, уже здорово. Уже здорово, что вспомнил. А сейчас вот, раз ты вспомнил, будь любезен, выйти оттуда, высуни себя оттуда. Как высунуть? Как высунуть? Подумать о чем-то другом, отвлечься? Нет. Сделай так, как... Слушай, братишка, сделай так, как я тебе говорю. Направь внимание на это ощущение. Без мыслей, без ярлыков. Все будет ясно и понятно. Вы все это увидите своими, я даже не знаю, глазами или третьим глазом. Ай, хорошо-то как.